Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Xiaomi Watch S3. И сейчас я покажу вам, как отключить их от Android-устройства. Итак, мы заходим в приложение Mi Fitness, и здесь мы выбираем устройство. Далее проходим вниз и выбираем «Отключить». Нажимаем «Продолжить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.